Вот, сегодня у нас 16 июля 2017 года. Вот я пришел к брату нашему Виктору, вот его дом Савченко, проведать. Вот сегодня воскресный день. Сходили на службу, помолились. Вот сейчас у Виктора посмотрим, как у него тут стройка продвигается. Завтрашнего дня братья опять начнут, даст Бог, помогать ему. Вот у него. Вот уже обрешетку наложил. Не до конца еще, но почти уже готово. Вот тумбы залил под столбушки, под каждую балку. Будет усиление, потому что много снега выпадает. Может крыша не выдержать. Выгнуть доски или сломать. Вот так вот. Слава Богу за все. Сейчас дальше посмотрим. Тут наши ребятишки пришли. Вон Фрося сидит, на туалете собирает. И Фросиня дробот. Вот. Тут и Игнать у нас тоже с ними. Собирает вербу. Вкусная ягода. Полезная. Вот. Никита Андреевич стоит он с ведерочком. Коля собирает даже. Ух ты, почти кружку набрал. Так, Коля, какая у тебя кружка? Первая, вторая? Только первая. Первая, да? О, сколько тут ягод-то, побольше тут. Конечно. Куст-то вон какой высокий. Самое большое дерево, дерево. Видите, что ли? Конечно, больше. Собака ненормальная. Это, у соседей там воет. Вот наша. Горе или радость наша. Вон Егор спрятался там. Да, там крапивы и пауты. Ну, ему нравится, видно. Он себя мужество воспитывает. Ты дальше продвигайся, дальше. Тут не собирай красные так сильно. Тут много синих. А у Ничуков кто уехали? А, все там. Вот Виктор Николаевич, хозяин этого дома, этого двора. Решил помощников призвать, да, Виктор Николаевич? Первая. Ага. Долго собирается. О, какие. Сколько ягод-то. Так и охота покушать. Вот этот кружовник растет. Кружовник еще спеет. А кружовник еще не готов, да, Виктор Николаевич? А вот сейчас крапиву-то не выжишь. Обожжешь. Да все косил здесь два раза уже. Да кого косить? То тут разве покосишь? Зачем это косил-то? Я знаю, что тут и как бы никакого отношения не имеет. Пятки проходил, косами проходил. Да, подожди, сейчас я вырву его. Глянь. Одно движение, все, нету. Никакой искозьбы нету. Все. Чисто. Нет, вы спросили. Вот вы спросили, я ответил. Ответил неправильно. Туда косу не подсунешь. Я подсовывал, я тихо. У меня все можно подсунуть. Это у меня на косу все свалил. А я бы отвечать стал только так. Ну, три раза даже местами проходили. Так оторвал его и все. А дальше репей будет сцепляться. Там огород еще у него есть или нет? Нет, там. А? Слушай, у тебя там в огороде что-то растет, нет? Нет, ничего не растет. И в садке ничего нету. В прошлом году были помидоры. А у нас здесь все. Что только не было. А у нас уже все. Ничего нет. А где еще? Вы как это из фильма, да, Игнатьевич? А.
как из фильма-то это тоже, ничего, говорит, нету. А, да, Валанта, говорит, но. И Бога нет, нет, и черта нету, нету, надо же, ничего нету. Ни квадрата не засеял ведь, а? Не милую еще, вон они, хорошие какие ветки. Как-то надо туда забраться. Крыжовник какой-то мешает. Вот здесь как страж стоит, колючий. Колючий, колючий страж, да еще вот это. Я думаю, можно вот, вот эту подтянуть. И вот вон она, ветка оттуда идут, как бы немножко, раз ее. Она так-то гибкая, аккуратно, если она потянется. О, ага. А чем это вызвано, чтобы не сильно еще не посеял-то? Вот, чем-то вызвано. А? Чем-то вызвано. Да какой это отец-то? Я не спрашиваю, как раз чем. Никакой. Все, я тут собрала. Что ни луку, ни картошки, ничего нет. Что ты собрала? Вон у тебя ветка, Фося. Вон над тобой. А? Вон. Не скажу, чем вызвано. Запретили сеять или еще? Секрет. Не скажу, вам не надо знать. Ну никакой, ведь сажу, картошку посадили, там тыкву, помидоры. На ползунова. Ерга, вкусная ягода. Садить надо в любом случае, будет осень, зима. Игнатий Иванович, а вы о пользе ерги что не знаете, нет? Кого? О пользе не знаете? Бесполезная ягода. Какая бесполезная, ничего себе бесполезная. Никогда я не интересовался, у нас и не было. Все, ходите ко мне тут. Да, у тебя тут хорошо. Да. Высоко. И тепло. Мухи не кусают с комарами. Вот соседка там что-то тоже делает, ходит. В шляпе такой хорошей. Даже с какой-то корзиночкой. Может, это собирать? Она поди за этими, за жуками пошла. Я думаю, за ягодами. Мы их иногда ягодой называем. Ну да. Чтобы не было противно. В кавычках. У Никиты там тоже, я посмотрел, много этих ягод на кустах картошки. Колорадского жука. Высыпай у кого еще. Вот дядя Володя, иди. Иди высыпай. Вот, Владимир Юрьевич, труженик принес. Одна первая у Коля? Да, первая. А кто еще высыпал? Ко мне только Коля. Коля, да? Да. И, по-моему, еще кто там? Лиза. Лиза высыпала, да. Считай, в кружке. Помните, сколько всего? Ну, вот, Коля, ты так, о. Значит, у нас это Маша высыпала. Она мне отрешали, да? Вася, я тебе не мешаю. Собирай, да. Вася благословение посылает из ягод сверху. О, летает. Красавец наш кушает. Вот так, какие красивые. Что? Да, можно. А у тебя брат еще и черемуха вроде поспела, да? Черемухи в этом году хватает. Надо собирать ее. Да что же, не посеял? Почему? Какая причина? Болел? Нет, не болел. В отчаянии был. Что? Что он делает? Нет, не в отчаянии. Ну почему не опекаться? Просто. Ну вот вроде все собрала. Болел, запрет.
Заржавить, лосьонить. Вот одна наоборот. Сколько червонки там много? Не только черемах, у него тут крыжовник, не один куст, там крыжовник хороший, крупненький такой, еще тверденький, вот это наверное помягче, ну да, вот это помягче, послаще будет. Вот я к нему пришел, у него здесь вот мята растет, вот они кустики видно. Прямо целая грядка росла тут. Все скосил, нам отдал. Говорит, я сам себе мешок заготовил. И нам еще тоже мешок набрали. Вот красный у него крыжовник тут. Красивенький. Тут у него белая смородина. Он виднеется. Вот он, ягодки ее. Тоже вкусная ягода. Тоже у него белая смородина. Да. Там крыжовник, еще один куст. Вот напротив финчики живут. Евгений с Людмилой. Детишки там их. Здесь вот Алексей Загуляев приехал, он на своей машине. На выходные. Вот так вот, слава богу. Ну все. Слава Христу. Аллилуйя.